разговаривающий с вами телевизор, понимаете? Возможно, на выставках современного искусства вы видели такие инсталляции, значит, с этими многими говорящими и так далее. У вас уже есть насмотренность, у вас есть видение какое-то свое собственное, у вас есть отношение к каким-то вещам. Вот. И я бы рекомендовал не отбрасывать ничего сейчас, а вот просто на самом деле посмотреть, как сопрягаются эти разные аспекты вашей жизни, вот, для того, чтобы увидеть свою сверхзадачу. Потому что просто шарахаться из стороны в сторону, вот, тем более сейчас точно не то время, когда можно сильно раздумывать. Мы находимся в фазе серьезной турбуленции, турбулентности, и мы будем претерпевать много всяких разных еще трансформаций. И, возможно, сейчас как раз важно весь багаж, который есть, как бы пересобрать, организовать и не пытаться делать, что вы делали когда-то, а попытаться сейчас именно сделать что-то для себя принципиально новое, с учетом всего имеющегося у вас арсенала.